Несмотря на похолодание, некоторые жители республики все еще проводят свое свободное время вблизи водоемов. Кто рыбу ловит, а кто-то просто гуляет на берегу Енисея. И чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность на водных объектах, спасатели проводят ежедневное патрулирование по акватории Енисея, в частности, проверяют маломерные суда. В течение всей навигации маломерные суда встречаются. Вот с начала акции у нас уже было оштрафовано более 20 судоводителей за нарушение правил эксплуатации маломерных судов. Судоводители, управляющих в состоянии алкогольного опьянения маломерного судна, не выявлено. Четвертый завершающий этап акции «Вода. Территория безопасности» в Туве продлится вплоть до окончания навигационного периода. По данным спасателей, в осеннее время года большинство рыбаков выходят на водоемы, стремясь сделать как можно больше запасов. Но в погоне за уловом не стоит забывать, что и на воде действуют свои правила. Санкции за управление в нетрезвом состоянии предусматриваются санкции. То есть материалы потом передаются в суд, судно помещается на штрафплощадку. И уже по решению суда там будет судоводитель будет лишен прав. Стоит отметить, что акция нацелена не только на рыбаков. Также проводятся профилактические беседы со школьниками. Главный упор происходит у нас на занятия профилактикой в школах, в учебных заведениях, в садах, на предприятиях. Чисто вот сейчас занимаемся именно профилактикой. Даже еще готовимся к зимнему же периоду, к тонкому льду. По словам спасателей, вблизи водоемов нужно быть бдительным всегда. Осенью отдых у воды не так активен, как летом. Однако о безопасности забывать нельзя, чтобы исключить несчастные случаи. Пограничники Тувы увековечили память героически погибшего в Чечне Алексея Мырла. 22 сентября сотрудники погрануправления республики посетили село Адыркежик Тотжинского района, где жил Алексей Мырла. В торжественной обстановке на здании школы установили мемориальную плиту, посвященную рядовому Мырла Алексею Александровичу, героически погибшему в 2002 году при исполнении воинского долга в Чеченской республике. Отметим, что героическое имя рядового, наряду со многими другими именами воинов-пограничников, отдавшими свои жизни в борьбе с терроризмом, увековечено в книге памяти сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона. В этом году Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отмечает 85-летие. К юбилею ведомства организовано ряд мероприятий, среди которых и анкетирование жителей Кызыла на знание о правилах безопасности. Уважаемые жители города Кызыла, а также республика и гости, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям проводит акцию, посвященную ко дню 85-летию гражданской обороны. Кроме того, итоги анкетирования смогут дать ведомству более объективный взгляд на знания граждан по своей безопасности в чрезвычайных ситуациях. Служба ГОЧС Республики Тыва проводит акцию анкетирования. Вопросы связаны с образованием гражданской обороны и их функциональных обязанностей. У нас есть первый победитель уже. У нас, не ценные, но памятные призы. Вопросы самые разные, от базовых знаний о работе службы ГОЧС вплоть до правил оказания первой помощи. Горожанам анкетирование понравилось. От каждого их правильного ответа и знаний в области безопасности может зависеть чья-либо жизнь. Да, очень интересные и такие актуальные. Напомню, что служба гражданской обороны направлена на внедрение и совершенствование систем комплексной безопасности населения страны. Со 2 октября в республике стартует месячник по снижению просроченной задолженности населения по кредитам. Сроки проведения месячника и план мероприятий утвержден распоряжением правительства Республики Тыва. На 1 августа 2017 года объем просроченной задолженности населения составляет свыше 2 миллиардов рублей, из которых долги физических лиц – 1 миллиард 930 миллионов рублей. С целью снижения данной задолженности проектным офисом Минфина Тувы «Финансово-грамотная Тува» составлен график выездов рабочих групп «Муниципальное образование», в состав которой входят представители кредитных организаций. В Кызыле по данному вопросу можно обратиться в головные офисы кредитных организаций. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 43 копейки, а евро 68 рублей 64 копейки. Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов. Наличие и под заказ. «Уютный дом» Оюна Крусейды 54.
Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера Ассоль. Морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес: Калинина, 3/3. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так, стиральная машина Хайер всего за 361 рубль в месяц. РБТ.ру. Ирбис Кейк. Это магазин для любителей создавать наивкуснейшие десерты. Инструменты, украшения для тортов, посуда и формы и многое другое. Приходите! Щетинкина, Кравченко, 38. Создай шедевр сам! Восьмого сентября около 16 часов на проезжей части возле 99-го дома по улице Кочетова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутной газели, в результате чего газель с пассажирами внутри опрокинулась. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы КЗЛА. В результате ДТП в республиканскую больницу города Кызыла были доставлены 5 человек, которым была оказана разовая медицинская помощь. По предварительным данным, в данном ДТП виноват водитель Honda CR-V, который не пропустил газель, которая двигалась по главной дороге. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В Туве устанавливаются обстоятельства несчастного случая – падения мужчины с крыши многоэтажного дома. Накануне в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у одного из многоэтажных домов в центральной части города тела мужчины с признаками падения с высоты. По данному факту Следственным комитетом региона организована доследственная проверка. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 28 сентября текущего года около 11 часов у дома номер 100 по улице Кочетова обнаружено тело мужчины. Из объяснений очевидцев следует, что мужчина упал с высоты 5-го этажа, после чего получил несовместимое с жизнью телесное повреждение и скончался на месте. В настоящее время по сообщению проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Кызыле завершилась межрегиональная олимпиада коренных народов в Сибири. Ее участниками стали студенты из Хакасии, Алтая, Тувы и иностранные студенты, обучающиеся в Тувинском госуниверситете. По итогам конкурсных работ, которые включали в себя задания по тюркскому языкознанию и сравнительной исторической грамматике тюркских языков, места распределились следующим образом. В личном первенстве победителем олимпиады стала студентка филологического факультета ТГУ Аюма Нурсат. Второе место присуждено студентке Горно-Алтайского госуниверситета Асель Герасимовой. А третьего места удостоена Анна Айошина, студентка Хакасского государственного университета. Лучшими в общекомандном первенстве стали студенты Горно-Алтайского государственного университета. Хакасский госуниверситет занял третье место, уступив Тувинскому университету. Четвертое место заняла команда иностранных студентов ТУВГУ. В Кызыле на фасаде дома номер 35 по улице Титова началась работа над будущей картиной о Туве в стиле граффити. В рамках молодежного форума «Команда Тувы-2030» активист Айсу Оржак получила грант на реализацию проекта «Нарисуй Туву». Проект предполагает создание на одном из зданий Кызыла картины, отражающей дух, культуру и быт Тувы. Ранее среди художников Тувы и России был проведен конкурс, победителем которого стал уличный художник Захар Евсеев из Москвы, который является создателем серии уникальных персонажей, популярных в уличной культуре как в России, так и за ее пределами. Рисует на стенах более 17 лет. Молодые артисты ансамбля «Саяны» проведут благотворительные концерты в помощи нуждающимся семьям. В рамках года молодежных инициатив Республики Тыва Совет молодежи Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны» вышел на руководство с предложением о проведении благотворительных концертов силами артистов ансамбля. Концерты пройдут 14 октября в поселке Элегист и поселке Хуваксы Чедыхольского района. Собранные средства пойдут на благотворительную помощь семьям бывших выпускников дом-интерната детей, оставшихся без попечения родителей, над которыми шефствует коллектив ансамбля. С
Спортивная секция плавания в спорткомплексе имени Ивана Ерыгина со 2 октября объявляет набор учащихся с 5 до 16 лет. Занятия с тренером будут проходить 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. 12 посещений – 2400 рублей и плюс бонус в воскресенье – бесплатное посещение бассейна без тренера. При себе иметь медицинскую справку, купальник, шапочку для плавания, очки, сланцы и банные принадлежности. Тренер-преподаватель Дангак Саинбелек. Телефон 8 923 783 03 33 или 2 16 16. В ближайшие сутки местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Мокрый снег, гололедица. С 29 сентября по 1 октября местами в земледельческой зоне Тувы ожидается установление временного снежного покрова. В Кызыле перемена облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег. Ночью снег, местами гололедица. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Порывы ночью до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем плюс 7, плюс 9. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороданне пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром плюс 4 градуса, днем плюс 5. На Полке погода пасмурная, мелкий снег. Температура воздуха утром 0 градусов, днем плюс 2. В Танзыбее пасмурно, дождь со снегом. Температура воздуха утром плюс 3 градуса, днем плюс 5. По всей трассе проезд удовлетворительный.